Золотая ниша, как это звучит? Она состоит из 10 шагов. Денежная ниша замужества. Шаг первый. Мы дробим нишу, отвечаем на вопрос «для кого?». Шаг второй. Нарезаем тему «про что?». Шаг третий. Проверяем понимание нашей целевой аудитории. Шаг четвертый. Готовим точки входа. Как мы расскажем? Шаг пятый. Проверяем предложение конкурентов, то есть кто уже предлагает предложение. Шаг шестой. Изучаем спрос на рынке. Шаг седьмой. Запись видео плюс грамотный посев. То есть мы начинаем садить семена для того, чтобы словить этих самых женщин, которые желают найти себе мужа в удовольствие. Восьмое. Тестируем узкую тему на нашу целевую аудиторию. Девятый шаг. Анализируем результаты. Десятый шаг. Повторяем эти 9 шагов. И получаем с другим сегментом. То есть, если мы здесь пишем «муж в удовольствие», да, для целевой аудитории, допустим, там 35-45 лет, выделили себе сегмент, то когда мы это пройдем, мы по этому же сегменту, 10-й шаг, мы можем пройти всю эту дорожку уже с другим сегментом, допустим, взять более старших людей, да, там уже будут несколько другие запросы, потому что когда женщина там 55, там 65 старше, она уже хочет себе мужа в удовольствие, чтобы там, допустим, путешествовать с ним, уже там вопрос о рождении детей, наверное, не стоит, хотя я не знаю, может, медицина пошла далеко и глубоко. Поэтому здесь вот так это звучит. Итак, друзья мои, этот авторский 10-шаговый алгоритм сужения ниши перед вами. Денежная ниша замужества.